Сегодня во всем мире отмечается День фотографии. Именно 19 августа 1839 года широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото дагерротипа, прототипа современной фотографии. С развитием технологий фотография стала одним из наиболее популярных увлечений, а некоторые решили посвятить этому искусству всю свою жизнь. Всемирный день фотографии отмечают и в Азербайджане. Медали, дипломы и сертификаты различных международных фотоорганизаций и клубов ежегодно пополняют копилку наград азербайджанских фотографов, которые активно участвуют во всевозможных конкурсах и выставках. Немалую роль в этом играет и фотоклуб «Геловар». Мы также отмечаем Всемирный день фотографии и очень хотели бы, чтобы в будущем смогли отмечать и национальный праздник, посвященный фотографии. Фотоклуб «Геловар» проводит множество проектов для развития азербайджанской фотографии. К примеру, в прошлом году мы презентовали проект выставок, связанных с пандемией, а в этом году осуществили проект, посвященный представителям СМИ, участвовавшим в 44-дневной Отечественной войне, а также освещавшим ее. Помимо этого, ежегодно фотоклуб «Геловар» проводит международные конкурсы. Азербайджанские фотографы и также завоевывают там награды. На первый взгляд работа фотографа может показаться простым занятием. Однако на деле все совершенно иначе. Зачастую им приходится работать в непростых условиях, подвергая риску свое здоровье и даже жизнь. За последний год я освещал различные события в непростых условиях. Это и пандемия, и 44-дневная война. После завершения военных действий я начал снимать последствия оккупации и армянского вандализма на освобожденных территориях. Обошел земли пять за пятью. Не просто было и во время тушения пожара в Турции. Мы были командированы туда и освещали события в провинциях страны. Способствовать развитию фотографий в стране, выявлять таланты и популяризировать Азербайджан во всем мире посредством фотоискусства. Клуб «Геловар» продолжит и дальше. Посредством объективов своих фотоаппаратов азербайджанские фотографы запечатлевают самые яркие и незабываемые моменты, тем самым сохраняя целую историю страны в фотоснимках. Эсмира Алиева, CBC.